По инициативе посольства Армении в Греции была открыта трехязычная виртуальная выставка, посвященная памяти жертвам резни под названием «Сумгаит 1988. 35 лет спустя». Мирзоян обратил внимание генерального директора Женевского отделения ООН на ситуацию, сложившуюся в регионе в результате блокады Нагорного Карабаха. При посредничестве и сопровождении Красного Креста еще 8 человек были переведены в медицинские центры Армении. «Мы готовы поддержать подписание мирного договора между Баку и Ереваном», – заявил Лавров. Режим работы Лачинского коридора должен соответствовать трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, – заявил МИД России. «Евросоюз открыто злоупотребляет отношениями с Арменией и Азербайджаном», – заявил Лавров. «Москва готова создать возможность для продолжения трехсторонних переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении», – заявил Лавров. Парламентская делегация Люксембурга посетила мемориальный комплекс Цицерна-Каберт.